Доброе утро, эльфы тут начали причесываться, хорошее начало утреннее. Всем советую, следите за своими волосами, расчесывайтесь, причесывайтесь. Вот лиса у нас какая красавица, видите? Вот. Всем привет. Всем привет, всем доброе утро. Я только что поняла, что я монтировала серию вам и не попрощалась. Всем спокойной ночи. С прошлого раза. Ладно. Алекса Мичигана сейчас нету на канале, не вижу его пока. Надеюсь, что у него все нормально, но он обычно за меня прощается в комментариях, если что. Ну вот, я прощаюсь сейчас. Ладно, куда мы едем? Мы едем с Габриэлом и двумя младшими детьми в церковь. Скарлетт поехала в церковь с Ияной и ее родителями. Дэнни поехал в церковь даже к двоюродному брату. Так что все едем в церковь. Ну, кроме старших девчонок. Анжелика сегодня выходная дома. И она сказала, что хочет какую-то другую церковь. Рассказала, что у нее там подружка какую-то ходит, она хочет попробовать ее. И Джульетта, она на работе, ну как на работе, она вообще в другом городе. Вот, и доехала она вчера с работы. Поздно, я уже переживала, но все было, все нормально, доехала хорошо. Мы едем в новое здание церкви. Наша церковь переехала в новое здание, до этого не арендовали театр на главной улице города, где живет моя мама. И в течение этого года они ремонтировали уже постоянное здание для своей церкви, для именно этого филиала в городе Малы. У нас несколько этих филиалов церковных. И это здание, это когда-то была аптека. Потом это был гимнастический зал. И теперь это церковь. И это здание находится прямо около моей мамы. Совсем рядом. Так что едем в первый раз, посмотрим, что там за здание, как там, что. Еще ничего не знаю, никогда там не была внутри. Будет интересно. Так, вот наша церковь. Здесь Тринити говорит... О, выглядит как магазин, потому что это и был магазин. Оказывается, что они еще не готовы. Тут даже сидений нет. Взяла вот эту игральную площадку. Не могла пройти мимо. Куча детей туда пошли. Короче, потом все объясню. Не будет сегодня у нас службы. Но тут есть по соседству ресторан. Они всех приглашают. Они заказали кучу пиццы, и мы будем там есть. По идее, должны были есть в ресторане вот это рыбном, где мы с Ирой когда-то ходили. Но у них электричество отключилось, но они говорят, вы можете сидеть и есть то, что вы сможете купить. Так что они купили кучу пиццы. Не все готово, как видите. Они сказали, что 19 числа должно быть все готово, рождественская программа. Следующие выходные будут делать с добровольцами. Пока все этими кубиками, чтобы ее не забирали, вы понимаете? Ну, конечно, тут весело им. Крутят. Я не знаю, я надеюсь, что они это все будут дезинфицировать каждый раз. Но они ответственные, я думаю, будут. Ну, тут я говорю, это первые... гости здесь. Здесь еще на этом никто не игрался. Я понимаю, здесь у нас будет кафе Лоранэй. Это кафе, которое находится у нас на главной улице. И видно, они будут работать вместе, будут продавать вкусняшки и кофе. Мы уже посмотрели там разные классы. Здесь, я так понимаю, туалетные просто.
И еще один. Электричества нету, но достаточно много окон, чтобы было светло. Мы с Габриэлом тут пиццы нагребли, нам должны принести напитки. В общем, наша церковь сейчас ест ее еда. Она такая игрушечная, пицца ест. Там еще есть долларный магазин. Мы так выудили Тринку, сказали, что в магазин пойдем, потому что она не хотела уходить с этой игральной площадки. Смотрите, они вот этих уточек продают, которые девчонки выиграли, которых Тринке так хотелось, и мы пошли обратно в Сиси Пицца, а там не было этих утят. В общем, не знаю, хочет она эту уточку, она еще смотрит, что тут есть. Тут выбор, правда, не очень большой, конечно, но ничего страшного. В общем, не нашли мы никакой игрушки в долларовом магазине. Я говорю, знаешь что, Тринка, мы сейчас к сестре будем ехать, потому что Габриэль будет с ней время проводить. Сказать, правда, тоже хотела. Но она в церкви, в другой церкви, так что не знаю, как получится. Я говорю, мы, наверное, пойдем в Walmart. Там, может, что-нибудь найдешь. Нюш, $5 от зубной феи. Вы же понимаете. Но вы понимаете, что $5 у нас хачушки больше, чем $5. Ладно, мы едем за Джошиком, освободим маму и, наверное, поедем. Say bye, бабушка! Пока, бабушка. Он у бабушки был пока. Мы типа в церковь ходили, говорит, что даже не листики бабушке помогал убирать. Да? Помощник, молодец! Все, Джошика мы забрали, мы едем за... Мы едем к Джульетте, она уже позвонила, говорит, мама, еды совсем нет. Так что пойдем подкупим ей немного еды. Шиш! Она правда... Settle down, be nice. Завтра она уже возвращается. И Анжелика, она там готовится, она с Рики идет к его маме. Он приезжает в Талсу. Они празднуют День Благодарения с опозданием. То он праздновал с отцом, а теперь мама его собирает. Ну, сестру с семьей и его с Анжеликой. Так что я ее даже не заметила, она, по-моему, в ванной была, когда я зашла. Так что... и Габриэль говорит, мам, я навряд ли смогу остаться с Джульеттой. Говорит, я бы хотел, но... Говорит, у меня столько домашней работы, что, говорит, мне надо уроков 10 сделать. Я так, тогда все понятно. Так что подкупим ей есть и, наверное, поедем домой. Скарлетт, правда, тоже хотела к ней приехать, но, видно, ничего этого не получится. Так, мы сейчас купили немножко. Ну, Джульетте много не надо, в общем-то. Там сосиски, пицца, макароны с сыром. Я вот новую скатерть себе взяла. Супы для нас и чипсы. И идем к игрушкам. Джашка к машинкам, а мы вот девчачьих игрушек. Нашел себе тигровую акулу такую. Вау, and Lightning McQueen. Он мне вообще притащил. Я говорю, Джашек, это же еще не Рождество. Он мне притащил вот такого монстрика. Brave Digger. Ой, еще и с ремонт-контролем. Обалдеть. Будем иметь в виду. А, теперь не хочет. Они тут в волейбол играли, пока дети тут... Кое-кто из нас не может выбрать. Конечно, находит все, что ему надо. $59. Baby, this is $60. Mommy is not spending that today. Yeah. Oh my gosh. Look how funny. Do you want that? Okay, then. Don't help him to find stuff. You find your stuff. Она ему находит. Уже найди себе. Ну, короче, Джашек тут в раю. Одни машины. Чего? Вау. Oh, he wants T-Rex. No. Not that one. Which one? Сегодня опять прям лето. В машине прям жарко. Okay. Вот затулила себя. С телефоном снимать эту песню. Okay, move your arm. Move your arm.
Короче, еле купили эту долбанную игрушку. Короче, сбрасываем Джульетту, едем домой. А, нет, за Скарлетт. А you can even feed the fishy. Yeah. Бутылка даже у рыбки есть. Рыбка плавает сама в аквариуме. Ну, представляете, самая Mom, лучшая рыбка. Wow. And oh, and you show me your stuff. That is amazing. Теперь тут еще черепахи. It's a, this one is a boy and this one's a girl. Даже две черепахи и птичка. I hope it's a, I think it's a girl. Обалдеть. I mean a boy. Скарлетт уже оприходует чипсы. She already found Pringles. И сейчас она нас убьет. Вау. Вау, какие танцы. О, вау. Baby shark. Ну, обалдеть. Вау. Awesome. Какой у нас концерт по заявкам. Она специально юбку одела для этого танца, кстати. Так, у нас папа с не с Анжеликой, со Скарлетт пошли на свиданку, так сказать, время друг с другом проводить, покушают вместе. А я с Тринкой, так как я Тринку с этим, с Джашиком вывела уже, а Скарлетт как бы не успела, так что... Мы с Тринити сейчас будем делать брауни, да, бра? Come on, put it in. All of it? Yes. Yeah. Yeah, good. Yeah. All right, good job. What's the next step? Oh, it's girl. It's okay. Really? Is just that okay? Just a little mess. Еще один помощник. Он вылизывает остатки. И с рук, и из вилки, и с миски. И, наверное, сразу в ванную можно, да? Габриэл пришел, говорит, что делаем? Я говорю, брауни замешиваем. Он говорит, можно мне миску вылизать? Я говорю, в очередь вставай. Он открыл холодильник, видел, увидел, что я сбила сливки вчера девчонкам. Вчера я девчонкам сбила сливки для панкейков. Говорит, тогда я это ем. Я говорю, ну, вау, смотрите, у нас и черепаха плавающая. На ней приклеиваются черепашки такие, там присоски. Короче, вот такие у нас живот. О, еще и рыбы. О, вообще. Им будет весело. Вообще, это как бы миска для моего хлеба я замешиваю. Теперь это стало аквариумом. Насчет нашей церкви, что хотела рассказать. Ну, в общем, вы знаете, они на еще когда в ноябре говорили, ну, короче, когда вот Хэллоуин был, они говорили, что они переезжают, и, в общем, посредине ноября, по идее, должна была быть открытая церковь. Мы не попали, и я ничего не слышала. А, нет, они потом прислали все-таки смс-ку всем, что не получается. Короче, приглашали идти в кемпус, ну, там, где мы обычно ходим, самый главный кемпус. Ну, мы так и не попадали. Ни туда, ни туда, ни туда. Я думаю, наверное, уже открылась эта церковь, да? И вчера я на Инстаграме увидела, что типа будет служба в 11:15 утра. Ну, думаю, пошли. Я думала, что это не первая служба. Ну, короче, приходим, там люди, как видели, стояли в этом зале. Но они до сих пор еще не готовы. Как бы примерно мы походили с Габриэлом, там посмотрели вот их ясли, их вот эти комнаты воскресной школы, и видите, они там для детей уже как игральную площадку сделали. Походили, побродили, в общем, все уже как бы получается у них скоро, только надо финальные шаги сделать, да. Тринкина лекарство тут на сигнале. И, по идее, уже будет готовое место. Ну, они сказали, что на следующей неделе, скорее всего, они, будет служба чисто для всех тех, кто будет добровольствовать в церкви, помогать, да?
А уже через 2 недели, по идее, должна быть служба для всех и рождественская программа. И, в общем. А дело в том, что они заказывали стекло такое, там у них такая башня, и как бы стеклом обделано. Говорит, они, говорит, 2 месяца ждали это стекло. Говорит, наконец-то привозят стекло, разгружают и бьют. Короче, теперь они это стекло опять ждут. Потому что что-то это самое, говорит, решили, что придут прихожане, толком службы не будут, но они хоть их покормят. И вот они договорились с этим рестораном, который рядом с церковью, что типа мы покупаем, мы хотим купить обед для наших прихожан. Сделали договор, да. Бум! У этого ресторана вдруг как раз в этот день не работает электричество. Рыбный ресторан, кстати, знаете, я захожу, а там рыба в их холодильнике лежит. Я не знаю, если это подключено генератором или нет. Ну, как бы запашок есть в ресторане рыбном. И потом, ну, они сказали, что вы можете использовать нашу территорию, но еду придется вам купить. И, в общем, наша церковь, там работники церкви, короче, по всему городу бегают и покупают пиццы. Ну, они молодцы, все-таки нас покормили, там салат был, и пицца, мы салат не ели. Ну, окей. Ну, I will. В общем, стараются, но пока еще не было самой службы. Ну, подождем. Все равно, ну, как бы переезд — это дело кропотливое, знаете, поэтому мы до сих пор никак не переедем никуда. Сидим в этом доме уже 20 лет, получается, да, 20 лет. И последняя в этой коробке была еще птичка, так что у нас животных теперь целый дом. Вау, обалдеть. У нас уже утро, доброе утро. Привезла девчонок в школу, в общем, буду закрывать влог. У нас перемена, опять перемена погоды, большая, как всегда, перепад. Вчера вечером у нас был шторм, и гроза, молния, гром. Джилета пишет: мама, это что там с этим штормом, это будет хуже или нет? Собака тут с ума сходит, прячется в ванной у хозяев. Я говорю: о, ванная у хозяев, наверное, самое лучшее место. Там не окон, как раз под скалой, так что, говорю, как раз то, что надо. И, ну, мы проверили, я говорю, ничего не предвещает опасности, так что, говорю, сиди, скоро пройдет. Ну, в общем, дождь прошел, шторм прошел, но потом поддуло, и дуло, и надуло нам холодную погоду. Так что у нас сегодня будет солнечный, холодный день. Я отвезла девчонок в школу, младших. Габриэль сейчас дома, потому что у него будет прием у хирурга. Будем проверять его сколиоз. Вот. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч и бай-бай.